70 лет назад Валерий Николаевич Кронберг и представить себе не мог, что когда-то он будет жить так, как сейчас, в мире и спокойствии. Ведь первые 4 года его жизни прошли в жутких и страшных условиях. Валерий Кронберг – бывший несовершеннолетний узник концлагеря. Он родился в апреле 1941 в городе Кролевец на Украине, а уже в сентябре в город вошли немцы. Со слов матери, Валерий Николаевич знает, что фашистские военные выгоняли всех на расчистку дорог, уборку трупов после артобстрелов и бомбежек. Вместе с родителями и двумя братьями маленький Валера жил в оккупированном врагом городе до мая 43-го. В 43-м году, когда это начался массовый угон с оккупированных территорий в Германию, значит, мы тоже, значит, нас приехала машина эту ночью, зашли это немцы, сказали: быстро собирайтесь, с собой берите самые необходимые ценные вещи, значит, и ждите. Вот. Ну, у нас сразу мама подумала, что, значит, это везут расстрелять. Вот. Ну, там, как говорится, заволновалась, это заплакала. Нас погрузили в эшелон, ну и мы поехали. Ну, приехали, значит, где-то мы ехали суток, двое ехали мы. Ну, там с остановками, что... Вагон не отапливался, пить нам дали в ведре, и 2 ведра пустых дали для туалета. Ну, немного было там какое-то тряпье и сено или солома. Оказывается, вспоминает пенсионер со слов матери, их вывезли в польский город Торн, пересыльный концентрационный лагерь, куда приезжали покупатели и отбирали из лагеря людей для отправки в Германию. Там вышки были, вот, стояли. Потом, значит, здание каменное какое-то, большое было. И тоже это крематорий, значит, такое здание узкое из красного кирпича, и труба огромная была. Вот, ну, в общем, нас это привезли в... Выставили, значит, мужчин отделили отдельно, а, значит, женщин отдельно и развели по баракам. 3-ярусные это нары были, вот, там тоже какое-то тряпье было, но когда нас привезли, там пока только мы уж в темноте в углу увидели ребятишек, вот, там... Значит, ну, подошли к ним, значит, а это оказалось, все, кто в этом, в бараке был, значит, они ушли на работу, а это ребятишки маленькие остались. Самым старшим было 7 примерно, 8 лет, и были также там, и на них вот оставили всех, и грудные все, там кто... Плач, кто, ну, в общем, вот такая была обстановка. Кормили очень плохо. Гнилая брюква, свекла и кусок хлеба, напоминавший пластилин. Было не только голодно, но и холодно. Бараки не отапливались, а дети целыми днями сидели там, прижавшись друг к другу. Ждали возвращения с работы взрослых. Даже рассказывать страшно, признается Валерий Николаевич с дрожью в голосе. Условия были очень тяжелые. Вот там и были и люди, значит, умирали, и много погибало детей, очень много, от дизентерии, тиф, вшей было очень много. И вот немцы к нам не заходили, а была специальная команда, ну, тоже из пленных, из военных пленных, вот, и они это заходили. Примерно через 2 месяца пребывания в концлагере семью Кронберг купил помещик Бауэр Людвиг Гетц. Он использовал их в сельскохозяйственных работах у себя в имении. Там условия были гораздо лучше. Но там и жили мы хоть и в конюшне, но она там хоть тепло было и хорошо оборудование.
У него он выращивал брюкву вот эту, свеклу выращивал, капусту выращивал. Вот как бы у него было, ну, это большой участок, и это для военнопленных, для концлагерей. У этого помещика семья жила вплоть до 45-го года, в феврале которого они были освобождены войсками Красной Армии. Мама Валерия Николаевича часто рассказывала ему о тяжелой участи их семьи в годы Великой Отечественной. Но с особым трепетом в душе она вспоминала момент, когда их вытворили из принудительного содержания. Утром рано там заехали два танка и с надписью «На Берлин». Вот. Ну, тут все, кто был, а помещик-то и охрана вся, они за ночь до этого все уехали. Вот. Ну, вот так вот. Потом нас вот освободили, значит, они нам сказали, не беспокойтесь, все будет, как говорится, это теперь фашисты не придут, ждите, будет специально дана команда вам, и вас отправит на родину. Валерий Кронберг признается, их семье повезло невероятно. Мы прошли нечеловеческие испытания, но уцелели. Выжили, хоть и находились на волоске от смерти, говорит он. Но в родную Украину не суждено было вернуться. После войны они жили в городе Черняховск, где у Валерия Николаевича родился еще один брат. Позже вся семья переехала в город Чистополь к родителям мамы, где Валерий Кронберг работал на часовом заводе и в конструкторском бюро «Вектор». Здесь же, в Чистополе, он познакомился со своей супругой Ниной Михайловной, с которой воспитали двоих детей, из которых счастливо живут почти 60 лет. Валерий Кронберг – ветеран труда, член Республиканского совета несовершеннолетних узников фашизма. У него много разных наград. Недавно прибавилась к ним еще одна – юбилейная медаль к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Ее Валерий Николаевич получил из рук президента Татарстана Рустама Миниханова во время торжественной церемонии в Кремлевском зале.